Отличная была идея, потому что я очень люблю животных, вообще, в принципе, всех, но собак в частности, поэтому я очень довольна, что все-таки получилось нам доехать сюда. Очень рада. Короче, я в восторге, если честно. Я бы хотела бы еще раз посетить этот приют. Я всегда очень люблю собак, киса. И сегодня я думала, это было очень круто. Мы могу, конечно. Когда я была очень маленькая, я всегда любила собак. У моей семьи есть собака. У меня есть 3 сестры, и все, есть собака тоже. Розова Анна Максимовна, администратор приюта Ника. Наш приют относится к фонду Ника. Вообще в фонде сейчас содержится около 800 животных. Помощь нам нужна всегда, нужна разная. То, что приезжают именно в приют, это социализация для животных. Понимание, что люди есть разные, и как бы общение с ними. Нет, я люблю животных, все любят животных, и вот. И животным надо помогать. Вот, и мы приехали, поэтому помогать. Приезжайте сюда, поддерживайте, кормите, гуляйте. Мы получили массу удовольствия, это было очень здорово. Надеюсь, что мы обязательно посетим еще раз этот же приют и призываем вас по возможности, доезжайте сюда, реально проводите время с животными, с собаками, с кошками. Я думаю, им это будет приятно, в любом случае, они тоже чувствуют. Можно не только в этот приют, можно и в другие, которые есть. Ура! Ура!